331 км в час у LaFerrari, 344 км в час у Bugatti Veyron. Так они и проехали 2 мили по этой взлетной полосе. Bugatti становится королем заезда по прямой. Но что же это за прекрасное мероприятие VMAX Stealth, организованное VMAX 200? Подписывайтесь на канал Шми 150, будет еще много подобных заездов. И конечно же на VMAX 200 в описании под видео. Как же круто было посмотреть на соперничество Bugatti Veyron и LaFerrari. Спасибо вам большое за просмотр. Скоро увидимся. Удачи!